Митинг в поддержку действий России в Сирии прошел сегодня в Риме. Изначально его хотели провести у посольства Турции, но городские власти сочли это небезопасным, поэтому собрались у российской дипмиссии. Участники акции принесли российские, сирийские, итальянские флаги. Главный лозунг – «Вместе против терроризма и турецкой агрессии». Говорили собравшиеся и о том, что борьба с ИГИЛ без участия Москвы успехом не увенчается. В интернете активисты собирают подписи в поддержку наших военных и оставляют соболезнования в связи с гибелью пилота Су-24 и морского пехотинца из спасательной группы. Митинг прошел и в Варшаве. Там его провели как раз у турецкого посольства. Участники пикета выкрикивали «Стоп турецкому лицемерию» и «Руки прочь от Асада». Вспомнили и о том, что через Турцию в Европу идет неконтролируемый поток беженцев, вместе с которыми в ЕС проникают и террористы.